Число жертв стихии в Италии достигло 30 человек. В ночь с субботы на воскресенье погибли 12 жителей деревушки Кастельдаччо на Сицилии. Среди них 9 членов одной семьи, включая 3 детей. Местная река внезапно вышла из берегов. Спастись из затопленного дома удалось лишь 3. Прокурор Сицилии заявил, что по предварительным данным семья снимала дом, построенный с нарушением местного законодательства, которое приписывает возводить жилье минимум в 150 метрах от воды. Этот дом был предназначен на снос. На Сицилии объявлен 2-дневный траур по погибшим. Зону бедствия в воскресенье посетил премьер-министр Джузеппе Конте. Он заявил, что правительство рассматривает возможность в ближайшее время объявить режим чрезвычайного положения. Больше других от стихии пострадали Калабрия, Сардиния, Венето, Лигурия, автономные провинции Тренто и Больцано, а также часть Лацио, заявил он в частности. В Доломитовых Альпах сильный ветер повалил целые лесные массивы. Ущерб оценивается в 100 миллионов евро. По просьбе ряда губернаторов правительство рассматривает возможность приостановки сбора налогов и выплат по кредитам для населения, затронутых бедствием территорий. Наивысший красный уровень предупреждения об опасности объявлен также на острове Сардиния. Это уже не первое наводнение в регионе. Мощные ливни обрушились на юг Италии 2 недели назад. Уже тогда пострадали многие объекты инфраструктуры, а местные фермеры почти полностью потеряли урожай цитрусовых и овощей. В Венеции самым нужным предметом остаются резиновые сапоги. Почти 75% исторической части города по-прежнему находится под водой.